У меня такой вопрос, если человек постоянно, у него есть свой телефон, но он постоянно говорит, дай позвонить, с моего постоянно звонит всем подряд, и дочке своей, и всем подряд за пивом меня посылает, и, ну, я, ну, в принципе, и он постоянно какой-то бухой, что ли. Он пиво пьет постоянно. Сигареты стреляет, ну это ладно. Не знает. Ну, я купил ему пиво. Ну, за свои деньги. Не знаю. Может, не надо с ним дальше дружить. Он постоянно как-то так разговаривает. Не знаю. Как описать это? Как-то некомфортно мне немного. Но с другой стороны, у меня нету вообще друзей в Красноярском крае, ни одного, ни подруги, ни друга. Но вчера вот он за работу, я пришел вчера в 8:30 вечера. 1000 рублей заплатил. Я думаю, если я не буду дальше с ним двигаться, то как мне сказать ему об этом, я не знаю даже. Он боксер, там, разозлится. А с другой стороны, я хочу, чтобы у меня был друг. Но он говорит, что друзей не существует, есть товарищи. Максимум. Что, типа, друг — это тот, кто просто раз на колени упадет и миллион займет. Просто меня немного, когда он своей дочери позвонил и просто с ней разговаривал. Он там, я телефон оставил, пошел там за пивом. Прихожу, там 10 номеров разных. Он по 10 номеров разных звонил. Он как-то, я еще с таким жестким не сталкивался. Я у него пытался спросить, а почему ты не положишь себе на телефон деньги? Но он как-то так отвечает. Как-то так. Что он экономит, типа. Хочет купить какую-то там крутую технику. Ну, машину какую-то, или грузовик, или, ну, какую-то такую технику. Или станок. Ну, он мастер, на, рукастый очень. Или может сказать ему, ну, это в принципе правда, что такая тяжелая работа, таскать тяжелый строительный мусор, у меня зрение, сетчатка отслаивается, у меня сухая макулодистрофия, сетчаток глаз, мне по идее нельзя сказать извини, для меня это опасно, могу зрение вообще потерять,
Может, давай я буду с тобой просто дружить и как товарищ, и в других делах двигаться. А вот это вот слишком для меня тяжело, можно так сказать. Ну еще плюс, он мне никогда не звонит, он просто дозвон делает, даже смс-ку никогда не отправит, просто дозвон. И я сам ему перезваниваю всегда. Он меня спросил, сколько у тебя денег. Я сказал, да, немного. Но я не знаю, себе сказал, что у меня 1000 рублей сейчас есть, потому что картину купил у меня человек раз в год. Наверное, он бы на всю 1000 пива бы купил. Я не знаю, короче, посоветуйте. Потому что он постоянно рассказывает о перспективах, какие там у него связи, там перспективы, как можно двигаться, там, что он может меня туда-туда устроить, с этим свести. В принципе, сам по себе он хороший человек.